13 лет назад я развелся. И вот в 2013 году, в сентябре, в пятницу 13 в 13 часов, я женюсь. Ну, все по порядку. С чего начинается любая свадьба? Ну, конечно же, с мальчишника. Чтобы у тебя было все хорошо с работой, чтобы у твоей будущей супруги было все хорошо с работой.
что мы жили душа в душу, друг друга поддерживали, не обижали, но и не забывали пацану. Что мы так встречаемся, это все последний день. Понятно, я в конце-то и добавил. Вот и кончился мальчишник. Осталось всего чуть-чуть. Еще не кончился. Ну, в общем, такой у меня мальчишник. Остались последние два дня. Ну, для нас это, мне кажется, в нашем возрасте не так обременительно. Я не знаю, как правильно сказать. Ну, да. Да, забыл этот, Олега поздравить. Сам себя снимаю, сам себя режиссер. Давай, с рождением тебя. Заодно сразу. За тебя. Да, за меня. Ледяная, блин.